Аллилуйя! Я Максим Максим, это прямой эфир, и сегодня мы будем говорить, в чем же состоит ваше служение. Многие люди хотят понять, в чем же состоит мое служение. Мне принесли мою кружечку кофе традиционно. Хочу сказать, вы давайте возьмем свое кофе. И приглашаю вас, кстати, в Дом Веры, в общину Дом Веры. Добро пожаловать. Наша община Дом Веры вещается каждый день. Каждый день на сайте домверы.ру. Мы в прямом эфире выступаем, в прямом эфире я проповедую. Это как библейская школа, которая у нас идет, и библейская школа которая продолжается за дня в день поэтому если у вас есть молитвенные просьбы отправляйте мы будем молиться здесь и также будет наша молитвенная группа молиться пусть бог благословит вас ну что ж сегодня у меня тема о служении в чем же состоит служение некоторые люди думают что служение это просто стоять с микрофоном на сцене Стоишь с микрофоном, аллилуйя, песенки поешь, проповедуешь, и это и служение. Нет. Отчасти да и нет, но больше нет, чем да, потому что это выступление, performance, это ты показываешь, ты служение же, в основном это совершенно другая тема. Служение это, – это не стояние на сцене. Послушайте меня. Служение – это не стояние на, вот на, сцене. Конечно, это и служение. И мы церкви, церковное богослужение называем служение. Но когда мы говорим о моем служении, это немножко все-таки по-другому. Бог по-другому воспринимает а, и ободряет нас на служение. Я видел людей, которые говорят, я буду в духе ходить пьяный И знаешь, такое странное движение есть Они ходят в духе пьяные Просто идут <laughs> Они изображают каких-то людей И я говорю, а что вы делаете? Мы Господу служим В смысле ты служишь Господу? Вот когда ты вот так странные вещи делаешь <laughs> и вот так делаешь <laughs> Вот так Это значит, ты Господу служишь Это брехня как говорят в Украине, это брехня, это просто эмоциональные впечатлительные люди а, придумали, что это служение. Служение совершенно другой подход имеет, совершенно. Служение имеет совершенно другую окраску. Это не эмоциональное а, состояние. Я в духе служил Богу, а что ты делал? Лежал на полу и вот так, и, ну я вот так. Нет, батенька, нет. Не надо говорить, что это служение. Это не служение. Это ты просто лежал, тебе было удобно. Почему-то ты лежал. Я видел, как один человек по полу катался. Я думал, он, он говорит, я так Господу служу. А одна говорит: я служу в церкви. Я говорю, о, замечательно, в церкви слушайте, а где еще? Но у меня служение в церкви. Я говорю, а в чем состоит ваше служение? Она говорит: я флагами машу. Я говорю, и... Она говорит, это мое служение, я флагоносец. Я подумал, как интересно. Я говорю, а что? Что это что за флаги что к че, от чего вдруг вы решили что это служение это просто ну, на праздник флагом повышал, вот так помахал это, это это как бы хорошее настроение ты с хорошим настроением махал нескольким людям по башке ударил один значит махал мне все время по башке бил вот ну это не есть служение это ну, классно, это, это просто хорошее настроение. Если ты ржешь, стоишь на улице, это не ты не служишь, я служу Господу. А, когда мы говорим о служении, некоторые говорят, я в духе буду, эмоционально. Давайте откроем в Новом Завете, книга есть такая, называется «Римлянам». Пожалуйста, откройте «Римлянам». «Римлянам», 12 главу, послание к римлянам, 12 глава. Мы поговорим о служении Богу. Что такое служение Богу? Как оно вообще? Где его взять и с чем его едят? Да? Служение Богу. Давайте так. Итак, стих 1. Римлянам 12 глава, стих 1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим предоставьте тела ваши, многие ж... дух готовы предоставить. Господи, мой дух будет служить тебе. Мой дух будет тебя прославлять. Мое тело, нет, мое тело не будет. Мой дух тебя славит. Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для чего? Разумного служения вашего. Давайте подчеркнем. Разумного служения вашего. И дальше написано. Не сообразуйтесь, второй стих, не сообразуйтесь с веком сим, с этим миром, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познать, что есть воля Божья? Благая, угодная и совершенная. Итак, не сообразуйся с идеями этого мира. У этого мира есть идеи. Что такое служение? У этого мира есть идея, что твое служение — это махать флагом или хохотать на собрании или еще на какие-то странные. Не, не поддавайтесь этой провокации. Это не ваше служение. Служение Господу должно быть разумное служение ваше. Еще раз первый стих вы видите на экран. Римлян 12.1. Для разумного служения вашего, для разумного служения вашего. Другими словами нужно здесь подключить разум. Итак, упоминание служения, а мы понимаем, что оно связано с разумом. Угу. Мое служение связано с разумом. Что же я должен? Подумай! Как ты служишь Господу? Подумай, как ты можешь служить Господу? Подумай а, о том призвании, которое Бог имеет для тебя. Подумай, что Бог имеет для тебя для разумного служения вашего. Когда я смотрю на людей, они не хотят прилагать разум. Они говорят: "Я в духе, я чувствую, я чувствую, Господи, чувствую мурашки, так присутствие Божье. ой, я служу Тебе, я служу. Я смотрю, думаю, чего? Где ж тут разум? Тут одни эмоции, мурашки по телу бегают. Это впечатление это не есть служение. Переживание, переживание Божьего присутствия не есть служение. Переживание Божьего присутствия не есть служение. Служение нечто иное. Служение нечто иное. Разумное служение. Когда ты делаешь, рассуждая размышляя, изучая, распространяя, когда ты подключаешь свое тело, свою жизнь, свое время, для того, чтобы делать дела для Бога, Господу, служить Богу, служить людям. Наше служение ⁇ это не просто переживание во время богослужения. Нет. Служение ⁇ это даже не богослужение служение — это твоя жизнь. Когда меня спрашивают, в чем мое служение? Твое служение — ходить пред Богом, быть непорочным, слушать Бога, исполнять заповеди, воспринимать Бога, поклоняться Богу, отдавать Богу себя, посвящать Богу себя, быть вразумляемым Словом Божьим. А что толку от служения? Ну вот я служу, служу. Вот я что-то делаю. И где, где, где смысл? Где? Где вот мое, ну, где мое? Окей. Малахии, давайте откроем Старый Завет. Последняя книга Старого Завета. Откройте, пожалуйста. Последняя книга Старого Завета. Малахия. Здесь они тоже, ребята, говорили. Вот вы говорите, четно служение Богу. Бесполезно. Малахия 3 глава, 14 стих, Старый Завет. Малахия 3, 14. Открывайте, пожалуйста. Вы говорите, четно служение Господу. 3, 14. Ага, вот даже 3.13. Давайте 3, 13. Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя, Господи? Вы говорите, тщетно, бесполезно служение Богу. Что пользы, что мы со соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа соуфа 15 стих. И ныне считаем надменных, Таких крутых, они такие крутые, такие ребята. Надменных, счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие. Хотя искушают Бога, но остаются же целы. Но смотрите, что написано. Но, 16 стих, но боящиеся Господа Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит эти слова. Перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его. Они будут моими, говорит Господь. Само в собственностью моей в день тот, который я сделаю, и буду миловать, как милует человек сына своего служащего ему. Тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым между служащим Богу и не служащим Богу. Бог покажет разницу между тем человеком, который служит Богу и не служит Богу. Между надменным, таким довольным, таким самоуверенным типком и между человеком, который служит, посвящен Господу, который отдает Господу все свое время, свою жизнь, который посвящает себя. Бог покажет разницу. Между служащим Богу и неслужащим Богу, между тем, кто служит и не служит, Бог покажет разницу. Бог покажет разницу между этими двумя элементами. Есть большая разница. В глазах Божьих служащие и неслужащие разнятся. Праведные и нечестивые разнятся. Бог определяет. Сегодня много праведных, но не служащих Богу. Они праведные, они ходят, стараются, стараются не делать зла, стараются быть такими классными, они, они ну, добрые, они в церковь приходят, сидят, аминь, говорят. Но когда Бог говорит: я покажу разницу между тем, кто служит, и тем, кто не служит, что толку служить Господу, говорят люди, тщетно! Служение Господу! надменные слова. 14 стих. Тщетно, бесполезно. А, я, я. Эти проповедники бедные. Тщетно служение Богу. Что пользы, что мы соблюдали постановление Его, ходили в печальной одежде перед лицом Господа Савова. В действительности, когда вы смотрите на служение Господу и думаете, что я буду служить Богу, и у меня будет Мазаратти, Феррари, Ламборджини, а вы глубоко заблуждаетесь. <laughs> В действительности, а вы глубоко заблуждаетесь, потому что, когда он говорит служение Господу, сразу же следом идет печальная одежда, не веселая одежда. Такая, а, тщетно служение, говорите? Вот смотрите на тех, они вон, смотрите, они круто ездят, они круто себя устраивают, они живут шикарно, они живут на широкую ногу. Я понимаю, вам хочется, ваша плоть хочется, предоставьте тела ваши, не только души и духи, но и в духе, нет, тела ваши для служения Господу. Итак, подходим к следующим, следующим мысли. А, Бог говорит и возмущается на народ свой и говорит, истреблен будет народ мой. Помните это местописание? Давайте откроем Старый Завет. Книга пророка Осии, Осия, 4 глава. Откройте, пожалуйста, Осия, 4 глава. Будем читать достаточно много оттуда. Осия 4 глава и с 6 стиха будем читать. Осия 4,6. Пожалуйста. Истреблен будет народ мой за недостаток видения. Так как ты отверг видение, то я, говорит Господь, отвергну тебя от священодействия предо мною. От, ты отверг видение, я отвергну тебя а действие предо мною. И как ты забыл закон Бога, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Когда дети умножаются, растут, они грешат. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они. Они питаются грехами. У них жажда жрать грехи беззаконию, к беззаконию а, а, и а, беззаконию его стремится душа их. Четвертый стих: Что будет с народом, то и со священником. Накажу его по путям его, воздам ему по делам его. Будут десятый стих будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножиться ибо оставили служение Господу. И дальше 11 стих. Блуд и вино и напитки завладели сердцем их. Слушайте, у меня такое ощущение, что я же прям про современный мир говорю. Будут есть, 10 стих, будут есть и не насытятся. Осень 4.10. Будут блудить и не размножиться, ибо оставили служение Господу. Быть вечно недовольным, есть и не насытиться, вечно недовольным, вечно неудовлетворенным и а, не размножающийся, не способен к репродуцированию, не будет роста, когда это происходит, драгоценные мои, это значит, что вы будете бесплодны, если не слушаете Господу, ибо еще раз, вот 10 стих: так как вы оставили служение, потому что вы оставили служение, вы оставили служение, поэтому вы не будете насыщены, и у вас не будет умножения. Не будешь, это как проклятие. Никогда не будешь насыщен. Ешь, ешь, не можешь насытиться, не можешь быть сытым, и а, никогда а, не, не будет умножения тебе. Драгоценные мои, мы сейчас с вами находимся в вот таком состоянии, а, когда приходит вопрос, Почему люди не удовлетворены? Потому что оставили служение. Ты хочешь служить Господу? Ты хочешь делать дела Божие, чтобы служить Господу? Необходимо иметь желание и действие. Действуй, служи Богу. Служи Богу. Когда многие люди говорят, ну как, ну какое, какое мое служение? Давайте посмотрим вот вопрос моего служения. Тимофею, второе послание Тимофею, это Новый Завет уже, второе послание к Тимофею, четвертая глава. Но ты будь бдителен во всем, переноси а, скорби, совершай дело благовестника и исполняй, исполняй служение твое. Послушай, вот здесь очень, мне так нравится, исполняй Служение твое. Совершай дело Благовестника. Переноси трудности, не отказывайся. И совершай дело Благовестника и исполняй служение твое. Бог дает каждому человеку служение. Бог ожидает от каждого человека служение. Посмотрите, что написано. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Четвертый стих, пятый будем считать и шестой. 1 Коринфянам дары различны, но Дух один и тот же, и служение различно, служение различно, но Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, Прив, привоз, э, производящий все во всех. 7 стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу потрясающе посмотрите пожалуйста вот на пятый стих служение различные дары различные и действия различные дары различные служение различные действия различные три вещи служение дары действия они разные когда мы говорим бог дает каждому человеку служение и когда мы говорим о служении это не просто работа в церкви Uh, некоторые говорят, вот служители церкви, это сотрудники церкви Не совсем Это администратор, управленцы, это хорошо сотрудники церкви Когда мы говорим о служении Служение это то бремя, которое ты берешь на себя добровольно в пользу Господа Ты берешь на себя бремя Например, я беру бремя на себя uh, встречать людей um, Это не работа если тебе за это платят, если тебе дают пособие, там, если ты получаешь компенсацию, тогда это не есть служение. Служение различное. Когда мы говорим о служениях, каждый человек приходит перед Господом, и Бог показывает, в чем состоит его служение. Бог дает служение людям, и опять служение это связано не с переживательным моментом. В церкви, когда ты лежишь на полу или там прославляешь, и говоришь, а, я служу Богу, что хлопаю в ладоши. Нет, ты радуешься. А, сидишь по проповеди, слушай, это не есть служение. Служение ⁇ это твое действие для Христа, для тела. Когда мы служим и действуем, это не... Ты, ты радуешься, песни поешь, молодец. Теперь, если ты пришел и начинаешь петь песни а, в душе, я Господу служу в мочалочке, я Господу служу. А ты у тебя хорошее настроение, ты поешь радостную песню, и, и это не есть служение Господу. Теперь, когда мы говорим, что ты а, начинаешь тренировать себя, репетируешь, ты берешь время, ты берешь а, консультанта, который консультирует тебя по пению, ты репетитора, ты начинаешь служить. Теперь я видел людей, которые выходят на сцену. О Господь. Ты велик, ты прекрасен, мой царь. Когда люди начинают петь и, и так и красуются. Да, Иисус, аллилуйя. Поют Господу песню. А ты красуешься. Ты не служишь Богу. Ты красуешься. Если иногда люди приходят в церковь и говорят, можно у вас спеть песню, хорошо, а, а можно вот чтобы мы как-то, ну, а, это работа. Это работа, а значит ты поработать хочешь, ты хочешь исполнить песню, заработать денежку. Когда мы говорим о служении, и когда мы говорим о работе, служение и работа. Служение это когда ты стоишь перед Богом и говоришь, Господь. Я не ищу выгоды, я не ищу корости, я не ищу, чтобы не получить, я не хочу красоваться перед людьми, я не хочу бренд своему имени сделать, я не хочу стать известным, популярным, я хочу прославить тебя, если это по-настоящему. Когда это происходит, тогда начинается служение Господу. Я обращаюсь к каждому человеку и стучусь в ваши сердца, Посвятите себя на служение. Когда вот еще раз смотрите, например, у нас в церкви люди служат Господу десятинами, приношениями, служат в разных отделах и еще служат сами. Одна сестра пришла и говорит, а можно я буду кормить голодных? Я говорю, какая проблема, голодных еще мало в городе. Многие думают, что пастор должен организовать служение и вот я буду приходить. И она сама взяла и сказала, хорошо. Купила кастрюлю армейскую, а, купили, они варят дома еду и а, вывозят на, там, на точку, где бомжи находятся, и им, а, им приносят кашу а, или плов, там, или еще что-то, готовят еду, и эти бомжи собираются уже в этой точке, они служат этим людям, молятся за них, стригут и проповедуют им Евангелие. Послушайте, я их не назначал, я, не, я их не просил, я их не заставлял. У них вдруг внутри выросла ревность делать Божьи дела. У многих вырастает ревность стать известным. Я хочу быть известным, я хочу быть популярным, я хочу, я хочу, я хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы всегда было все классно. Но нет, когда мы говорим о служении, посвятите себя служению. Есть люди, которые, я приезжаю, и они всегда открыт, открывают свой дом и своим домом служат. Они открывают свой дом, приезжают какие-то гости, и они служат своим домом гостям. И у них постоянно какие-то гости присутствуют. Давайте откроем 1 Коринфянам, 1 послание Коринфянам, 16 главу. Я надеюсь, вы со мной все еще, да? Мы говорим о служении Господу. Служения различные. Это не только прославление пасторства, Это не только служение очень различное. 1 Коринфянам 16 глава, 15 стих. 1 Коринфянам 16 глава, 15 стих. Здесь он пишет, прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахии, что они посвятили себя на служение святым. Потрясающе. Семейство Стефанова, вы помните Стефана, которого побили камнями, семейство, они посвятили себя на такое интересное служение, служение святым. А они открыли свое сердце, свои дома, свои возможности для святых, чтобы святые, служители или, или еще кто-то могли переживать присутствие Господа. Служить, открыть, поддержать. Ты не можешь, у тебя нет жилья. Ты говоришь, я не могу своим домом служить. Замечательно, у тебя нет жилья. Нет проблем. Но ну, у тебя есть руки. Ты можешь кому-то послужить. Ты можешь прийти кому-то и сказать, я хочу послужить тебе. А, давай уборку у тебя дома сделаю. Это все, что у тебя это умеешь. Да ты, ты можешь послужить и сделать служение твое совершить. То есть поддержать. Или кому-то прийти и сказать, давай я у тебя стиркой займусь, поддержу тебя. Или можно я приготовлю вам обед. Вы знаете, вот, это, вот такой момент служить, сделать кому-то обед, кому-то еду, послужить кому-то. Для меня была радость, моя мама пастор церкви, у них здесь юбилей был, и они праздновали день рождения церкви, и вопрос с едой решался, и нужно было приготовить еду. И вы знаете, я, я сказал, давайте я послужу, и я сделаю вам плов. И я встал в воскресенье утром там у них в обед должен быть кормление я утром встал завел большой казан плова начал готовить приготовил развел костер на дровах и приготовил плова кучу плова там огромный большой казан сделал и мне было приятно послужить людям я притащил эти в тормосах в церковь эти еду плов и люди наслаждались я мог послужить Всем людям, а, какое благословение, когда мы можем служить людям а, нашими дарами, нашими способностями, послужить, благословить, поддержать. Я благословляю вас, драгоценные. А, а, Господу служите. Прилепитесь к нему. Вообще еще много мест. Господу Богу одному служи, ему поклоняйся. В Старом Завете написано и в Новом Завете. Когда мы говорим, что ему одному служить, мы, мы слуги Божьи. Кто из вас бы хотел бы участвовать в конференции, которая называется ⁇ Конференция рабов и слуг ⁇ Все рабы и слуги приглашаются на конференцию. Никто не хочет себя осознавать рабом или слугой. Все хотят быть господами, быть начальниками, управляющими. Но были люди, которые были исполнены Духа Святого. По апостолу о слове заботились, а кто-то взял и стал заботиться о столах. И стал кормить этих людей. Когда мы говорим о служении людям, о служении Господу, когда мы говорим о служении, это служение твоим временем, твоей жизнью, твоим телом. Я благословляю вас. Служите Господу. Вы знаете, когда вы э, участвуете, проповедуете через интернет, ли, проповедуете соседям, проповедуете Евангелие, вы тоже служите Господа, спасая Его Святое Имя. Я благословляю вас на всякое служение именем Иисуса Христа. Я благословляю каждого человека. Господь, пускай они обратятся к тебе и услышат, в чем же состоит их служение тебе. Как они могут послужить тебе? Да будет твое благословение на них, да будет твоя благодать. Твой Дух на них. Благослови, Господь, каждого человека. Именем Иисуса Христа я молюсь за вас, и я провозглашаю благословение над вами. Да пребудет с вами Господь, да явит свою милость, да явит свою славу, да явит от Духа своего, да коснется вас во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Господь, коснись каждого человека, возбуди ревность, желание служить тебе, служить своим телом, предоставить себя, свое тело для разумного служения. Благослови, Господь, каждого человека именем Иисуса Христа. Я благословляю вас и провозглашаю все благословения над вами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Драгоценные, я благословляю вас. Служите Господу. Знаете, как хорошо? Если что-то происходит вокруг вас и люди нуждаются в чем-то, начните служить окружающим людям, начните служить близким, далеким, в церкви служить, начните служить, принимайте активное участие, поддерживайте, не просто ждите известного служения, просто скажите: я хочу служить тебе царь царей. Если вы хотите послужить и поддержать христианское телевидение, это тоже служение, кстати. Мы проповедуем Евангелие и нам нужны служители, финансовые служители, которые будут партнерами, которые будут участвовать. И в Доме Веры вы переживаете благословение, примите ваше участие и служение. Если у вас есть желание, поддержите. Спасибо за поддержку, спасибо за участие. Вы можете присылать ваши десятиные приношения к нам. Назовите на сайт senol.tv, и там есть такая красная кнопка ⁇ Поддержать ⁇ поддержите христианскую работу. Это и есть Дом Веры, это и есть а, христианское телевидение. Это все одно и то же. Поддерживая нас, вы поддерживаете проповедь Евангелия по всему лицу Земли. Мы продолжаем проповедовать каждый день. Я благодарю Бога. Я благодарю Бога за вашу активность и верность и постоянство. Некоторые люди начинают так, ой, я так поддержу тебя, а потом раз остывает. А мы, мы же при этом не прекращаем вещание ни на одну минуту. У нас вещание идет. И пастор Дмитрий из Германии говорит, спасибо, будь благословен. Пастор Дмитрий тоже пусть Бог благословит вас и вашу церковь. Заканчиваю эфир, благословляю, пусть Бог прибудет с вами. Поддержите ваш телеканал. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.